Привет! В последнее время семья Лордецких разбушевалась и устроила войну семей Бусаева, и мы как ФСБ должны бороться с этим, и у нас это довольно хорошо все получается. Ну а если ты еще не играешь со мной, то обязательно заходи на Amazing Online и вводи мой промокод GOLD, который даст тебе 30 тысяч рублей и Xbox Boost прокачку. Ну а мы поехали! Да тут опять Лордецкий что-то душует. Там тулится. Давай, езжай. Езжай, мы не надо, что происходит. Взрослые, они на затуле, поверьте, надо ждать. Ну, ничего страшного, мы потом позже. Да все, уже один в ноги. Первый-то надо в срочном порядке. С голд. Да, конечно, СВД, угол, да. Так, ладно, погнали. На энергетике садите мужчину. Вы да я там уже почти все. Мы... Я отвлекать. Я мясо, давай. Спасибо вам за занятие. Что? Папа, полетели. Волк, стреляй. Вы ничего слышали. Ладненький. Бля, не достает пули. Ах, ты ж, ёб ты мать, кажется, стреляет своей помойной. Сладенький, что-то такое, шторм лицом, брат. Поехал. Там прям на особе еще стреляют, типа. Уходим. Во. Справа. Блять, попали. Извиняюсь. Давай еще тычечку. В ноги, молодой. Что ты делаешь? Тоже в ноги. Ай-я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 й. Спасибо. Помогите! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Все. На семерых положу. Ну, примерно семерых. Ну, ебать тут было нахуй сейчас. Помимо этого, мы решили еще и стопать Лордецких, ну то есть подозрительные машины, и как раз там всегда ездят Лордецки. Если они не стопятся, конечно, мы начинаем за ними погоню, как в следующем фрагменте. Куда пойдет? А ну поехали. На встречку поедешь. Давай, поехали. Ну сейчас закашку заготовим. Какашку заготовят они. По полям, синий трактор едет к нам. Опа, у нас погоня. У него жетон. 5-2-3 вроде. Попробуйте. Погоню. А, стреляй, там уже было предупреждение, 3 точно. Ой, СТшник, это зачем? Жалко. А все, начал погоню за ним. Все, не стреляйте, уже пусть застреляют. Из автомобиля выходим. Выходим из автомобиля, руки поднимаем. Просто да, накинули. Это я натянул уже, все закончено. А, интересно, где в тепляш? Туда. Ну да. Именно так. Ну и сами должны понимать, то, что не только семья Лордецких любит сейчас пострелять, и там еще много семей, особенно в Батырево, которые уже тоже начинают какую-то взбучку между собой, между госами и так далее. Мы, естественно, поехали на это Тулево, а как еще? Вон там, вот с этой карты, все. С особы? Да, с особо, они там все.
Ну и баны, блядь, давайте сюда. На месте останавливаем. А, сука, не успели. Да надо было стрелять. Надо было. Внимание на будущее. Опа, больше останавливаемся. Больше не требуется, не актив. О. Давай, зачем идем? Применение насилия в отношении представителей власти. Ударили сотрудника ДПС. Взял за руку человека напротив, достал честно прищать, начал бить человека напротив. Достал зипотет, затем положил туда 30 грамм марихуаны, затем положил в карман. Вот они сейчас стреляются на пятый. Ну я сейчас на заправке выкладываю и подъеду к вам. Есть что за Кавказка сейчас? Я здесь, на пятом. Видишь крышу? Попал где ты? Да я попаду сегодня. Блять. Ну и чтобы вы понимали, вот в этом последнем фрагменте, где я лег в ноги, там до этого и в этот же день очень было много людей вооруженных, человек 10-15. Мы решили собрать все МВД и поехать туда. И в итоге вы сейчас увидите, что было. Поедет. Наши походу. ДПС, как всегда, конечно, нормально сработали. Точно. Заходите. Разошлись. И оперный театр. Заходите, заходите все. ДПС, стройтесь. ДПС, строимся, ДПС, строимся. Здесь строитесь? По подразделению. Так, ДПС, да, у нас прибыли? Да нет, сейчас у нас очень много. Они закончатся сегодня, нет? Нет. Ребят, смотрите, значит, какая ситуация. Там у нас, назовем так, две банды. Я не знаю, война у них, не война, какие-то разногласия. Они все вооруженные, вооруженные. И у них там происходят перестрелки, какие-то стычки. Поступили жалобы многочисленные от граждан, что, ну, людям как минимум просто выйти страшно на улицу. Значит, сейчас как сделаем? Мы просто подъедем туда. Это район Лесопилки, если кто-то понимает, да, вот этот вот кусочек Батырева. Нам нужно будет закрыть дорогу, перекрыть хотя бы одну полосу движения на въезд и на выезд, как на заправку выезжать, и как ехать в основной город Батурова, ПГТ. Вот. И после чего будем уже там проводить мероприятия. Вам не нужно будет ничего в основном делать? Будем, наверное, сотрудники ФСБ будут этим заниматься? Одна полная машина только что выехала тут. Да, ларвецкие, кстати. Это они есть. Одна из... Там еще машина выехала. Здравствуйте. Куда вы? Куда вы? Вместе. Дайте я поближе подержу. Вместе стоим, никто никуда не уходит. Вот оружие, оружие у девушки, оружие у девушки. Ребята, оружие у девушки. И, блядь, барон. На территорию особняка забегайте. Выйдите с территории особняка. Выйдите с территории. Если что, я с огнетушителем буду сразу воевать. О, хорошо.
У меня дымовая завеса. У нас же есть в сержантской форме. У меня дымовуха. У нас есть только... У меня дымовая. У меня дымовая. Давай. За Вьетнам! Заходим! Вьетнам! Ого! Зачем? А зачем это у нас заходится? Работает МЧС, мордой в пол! Мордой в пол работает МЧС! Тут пусто? Понял. Я в суд подал, у меня видеофиксация есть. Так... Просто они все поливали. Все, чисто, просто. Сворачиваемся, уезжаем. Достаточно. Просто, они так... Мужики, есть бензин. Ну и естественно, все мышки решили попрятаться. То есть на пятом особняке никого уже не было. Мы приехали туда, аравы, два БТРа, никого там не было. И приехали потом в Бусаеву, потому что там очень много вооруженных людей бегало. Нам доложили об этом, и мы решили съездить и проверить. В итоге мы задержали там максимум двоих человек, потому что все опять же как-то инфу передали, кто-то на ВЧ поехал. Вот так вот и получилось. Ну а тебе, дорогой зритель, я хотел бы сказать спасибо за просмотр. Надеюсь, ты поставил свой лайк, не забыл подписаться на канал и не забыл написать свой комментарий, потому что твоя поддержка мне очень важна. Это моя лютейшая мотивация снимать дальше вам прекрасные ролики. Наверное, прекрасные. Ну а с вами был Голд, и мы не прощаемся.